Я тебе лучше переписку пришлю нашу. Это целый да, причем я ему там доказал. Я ему говорю, что какая у меня аргументация была. Нет, ты про плоскую землю, ты типа нашел аргументацию. Почему космос черный? Космонавты когда снимают. На МКАДе. Да. Почему? Значит, когда космонавты летят на МКАДе, то черная земля и есть их не эти. Не черная, а космос черный. Их не есть. Как это называть? Интервью, в которых они говорят, что там всегда темно. Кроме того, когда ты летишь на самолете ночью с привыключенной фарой, грубо говоря, да, внутри самолета выключены, ты никогда не видишь полного звездного неба. Максимум, что ты видишь пару-тройку звезд. Хотя с Земли ты это можешь увидеть, буквально если проедешь 100 километров куда-нибудь вот в нашу пустыню где-нибудь отойдет. Это все подтверждают, что чем выше поднимаешься, там звезд, короче, не видно. Я не утверждаю, что звезд нет. Я утверждаю, что звезды есть. Но что-то происходит с линзой или что-то такое, вот что вот это. Вот с куполом. Что-то вот в этом роде. И вот мой аргумент. Да. Он говорит, что... Ты скажи, какой у меня был аргумент. Не знаю, ты говоришь, почему. Нет, ты говоришь, нет, ты... Он мне в итоге сказал, если ты... сможешь при помощи телескопа одновременно увидеть и Луну, и звезду, вот Луну, потом на звезду. Говорит, я тебе дам $1 миллион. Это он утверждает. Хотя это каждый день все люди делают. У меня дома есть делает? Телескоп. Что, ты посмотрел телескоп? Ты вокруг Луны увидел звезды, или там тоже чернота. Да, Луна и вокруг Луны звезды. Одновременно. Да. Хрен тебе. Во-первых, а во-вторых, элементарно. А знаешь почему? Хорошо. Так? Сказать почему так? Потому что Луна ближе к Земле, чем звезды. Да, вообще это элементарная оптика. Подожди. Фокус, настройка. Хорошо, давай. Я не знаю, как с этого. Меня это перевернуто. Давай с бинокля. Там ты два спросил. Удобно. Давай с бинокля. Это вторая тема. Ты спросил, почему, когда мы летим на самолете или когда космонавты летят в космосе нас на ракете космической, почему космос, небо черное? Отвечаю элементарно. Потому что они летают днем, а днем звезд не видно. Вот и все. Элементарно. Это элементарно. Ночные полеты. Днем, да. Какие ночные? Планета Земля маленькая и Солнце. Ты, космонавты всегда бывают днем. Для космонавтов всегда день. Самолет тоже днем. Ночью взлетает, вокруг темнота. Да. А бывает вокруг свет. Значит, ночью. Да. Ночью на самолет. День и ночь это разные вещи. Да, когда ночью слетаешь, ты попадаешь, да, опять темно, что днем нет света. Попадаешь. Логики нет. Но он говорит, что я кого-то бы в день попадаю. Как во-первых, я даже не помню. Знаешь, существует элементарный спор Аристотеля с этими философами. Сколько у мухи ног? И не один дебил, великий Аристотель, не догадался поймать муху. И посчитать, у ней 6 ног или 8 ног. То же самое, мы сейчас не помним. Вот реально, я 100 раз летал на самолете, и я не помню, ночью звезды видно или не видно. И ты помнишь? Раз 50. Закрой глаза. Вот что на мне одето? Черный, одет вот такой модный. Видишь? Вот это элементарная человеческая психология. Мы просто не помним. А вот в следующий раз специально возьмем ночной рейс, самолет на ночной, и полетим, и посмотрим. Дорогой мой, я прекрасно все помню. Я летаю очень много. Да ничего ты не помнишь. Я это с детства летаю. Я тоже с детства летаю. Это любой тебе скажет, что если бы ты увидел бы красивейшее бы там небо, вот которое ночью я в экспедиции. Ну, да, летаем в основном. Нет. Сколько раз ты ночью летал? Ночью ты в экспедиции едешь, и вот такой этот, от края до края. Я вот про это говорю. Ты максимум видишь там Луну и пару-тройку звездочек. Потому что... Тебе шах и мат. Это не шах и мат, это вся фигня. Дело в том, что...
Звезды – это устройство нашего глаза и купола Земли, то есть линза. Да. Мы видим все звезды на одном расстоянии. А когда мы поднимаемся в космос, да, то есть всего 10 километров, 10 километров, 10 километров – это космос. Облака? Облака 200-300 метров. Только ты поднимаешься за облака, ты не видишь ни звезд, ничего. Я тебе про этот уровень говорю. Я тебе говорю про уровень 8 Мы видим звезды, просто они уже... Космос черный. Космос бесконечный, глубокий. Слушай, я тебе между звездами... Ты перебиваешь? Я говорю, только за облака вышел, не видно. Видно. Вот этот, да? Вот этот небосвод про себя. Млечный путь. Млечный путь видно. Вот это шах и мат. Это не шах и мат. Любой человек скажет, что никто никогда не видел. А ты видишь черную глубину космоса. Столько люди снимают днем. Ночью почему не снимают? Потому что нечего снимать. Я как сейчас помню. Здесь вылетаешь, самолет спит, выключен это. Там поднимаешь, и там сплошная темнота. Только внизу. На безоблачном небе видно, иногда проплывают города. Что ты мне гонишь? А ты дневное небо. Дневное небо. Все, я сказал, ты повторяешь.